Жительница села Лебяжье осталась без крыши над головой. У одинокой женщины накануне полностью сгорел дом, остался только фундамент. Неравнодушные пользователи паблика «Барнаул-22» разместили информацию с просьбой помочь пострадавшей. Предположительно, пожар произошел из-за неисправной проводки. На момент ЧП женщина находилась на работе. Все ее вещи, мебель, бытовая техника сгорели. Очевидцы сообщают, что пострадавшую зовут Любовь, она медсестра в онкологическом центре. На ваших экранах ее номер телефона. Необходима теплая одежда 52 размера, обувь 40-го, постельное белье и посуда.